21 день сегодня моего путешествия. Сегодня вот спал вот здесь, вот дождь всю ночь лил. Запах, вот тут речка, запах невероятный. Здесь вот, то ли канализация, то ли чертова. Не знаю, как они здесь все купаются. И вот сейчас за эту гору мне нужно перебираться туда. Погода не фонтан. Куча деревушек. Солерно. Тихо, спокойно. Одностороннее движение. Фонтанчики. Скамеечки. Сейчас только проехал такой отличный парк. Ой, церквушки. Спускаюсь солерно. Подъемчик был, ну, терпимый. Такой пологий вот. Длинный, но подъемчик. Полчасика поднимался, километра 3-5, наверное. Теперь спуск к морю идет. Вот не жарко, время сейчас 2 часа дня у нас. Я пообедал там из церквушки. Макароски себе сварил. Солерно. 42 километра мне туда, 3,5 часа. Надеюсь, там погода будет получше. Добрался я до города Солерно. Вон он впереди. Это порт. Аромы. Достаточно быстро я приехал. За 2,5 часа плюс обедал еще. Ну не жарко. Еду на пляж отдыхать. Но далее плоское все идет вон там. По Солерно непонятно какая-то атмосфера пустого города. Вроде прибрежный город, на пляжах пусто вообще. Сейчас позже сниму. В городе в кафешках пусто. Причем еду по центру города. Вот Солерно. 1904. Это реально улица. Красавица. Опять же, камни выложены. А вот здесь. И реально не вижу их. Сейчас посмотрю, что я буду построить.